Всем привет! И сегодня у нас очередная декоративная работа с розой. Вот сейчас я накидала, как бы набросок сделала розочки, да? А далее мы будем приступать к работе шпаклевочкой. Сделаем розу нашу ярко-розовой, а фон темно-зеленый размытый. Значит, не обращайте внимания, я взяла гипсокартон, это последний мой кусок, немного испачканный. Ну, это на работу на нашу никак не повлияет. Так как все это будет закрашено цветом. И, как всегда, мы добавляем блески для, и лак для нашей более симпатичности, или как вы назовете. Вот. Желаю всем удачи, творческих начинаний и хорошего настроения. Ну вот, сделали мы объем нашей розы листочком шпаклевкой. Я не стала записывать это все повторно, показывать. Вы это можете увидеть, как это я делаю на предыдущих видео. Подготовила все, зашкурила. И сейчас будем приступать работать в цвете. Также я приобрела вот такую золотую красочку. В дальнейшем вы увидите для чего. В путь! Thank you.
вот у нас окончательный вариант. Покрыли мы нашу работу блесками, лаком. Вся она мерцает, блестит. Розочка, листики выпуклые. Не хватает для нашей работы, конечно, рамки. Красиво подобраны. По цвету можно с какой-нибудь черной, либо золотой каемочкой. Можно зелененькой. Такая вот темная, контрастная работа. Вся блестит, вся сверкает. Розочка у нас вот такая вот вся выпуклая. Сейчас попробую, постараюсь поближе показать. Конечно, на телефон много не снимешь. Извиняюсь, конечно, за такое не особо качественное видео, освещение. Вот, ну, пока вот так вот. Все, всем желаю добра, счастья, творческих успехов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите пожелания. И не забывайте нажимать на колокольчик, который будет вам напоминать о новых видео. Пока!